готов. Все внимание на светофор. Никогда бы не подумал, что такое возможно в танковых гонках, но, как показала практика, возможно. Газ в пол. Уделаем их. Мы, значит, всю трассу шли, лидировали. Вдвоем врываемся с нашим соратником. Я первый пришел. Становимся в круг. И все, считай, мы победили. 8 секунд, 7. Тут прилетают противники. Берем его в фокус и начинаем разбирать. Есть. Их осталось двое, нас трое. Берем следующего в фокус. И по фокусу разбираем этого. А в этот же момент их третий спрятался за сарайчик и стоит там тихонечко. Наблюдает за всем происходящим. И все. Он в однюху нас троих, ну, не обыграл, но выневел на ничью. Так что используйте и такую тактику.